Объятия я стремлюсь. С тобой одним. Я не боюсь. Мы будем вечно петь тебе. Иисус. Ты мое сердце изменил.
измени, открой меня, в Твоем присутствии я быть. В Твоем присутствии я быть хочу всегда. Открой глаза, Бог, открой глаза и дай увидеть небеса. Вечно петь тебе, я буду вечно, буду вечно петь тебе, я буду славить каждый день тебя. В твои объятия стремлюсь, с тобой. Сердце измени, ты мое сердце извини, открой меня, твое присутствие, твое присутствие, я быть хочу всегда. Давайте поднимем наши руки Господу, открой глаза. Я буду
Дух Святой, мы просим, чтобы Ты ввел нас, Господь, все больше и больше, потому что мы хотим слышать Твой голос каждый день. Иисус, Царь Славы, мы поклоняемся Тебе. Дай нам понимать, что Ты скоро грядешь, Господь. Дай нам готовить наши сердца к тому, что Ты скоро грядешь. Дух Святой Иисус, Отче, мы любим Тебя. Иисус. Ава, Отче, Дух Святой Иисус, рядом со мной. Ава, Отче, Дух Святой Иисус, Ты рядом со мной. Ава, Отче, Дух Святой Иисус, Ты рядом со мной. Ава, Отче, Дух Святой Иисус, Ты рядом со мной, рядом со мной. Ты рядом со мной, о Иисус, Ты рядом со мной. Иисус, о Бог, о Бог. Ава, Отче, Дух Святой Иисус, Ты рядом со мной от всего сердца. Ава, Отче, о Иисус, Ты рядом. Ава, Отче, Дух Святой Иисус, Ты рядом со мной. Ава, Отче, Дух Святой Иисус, Ты рядом со мной.
святой Иисус, ты рядом со мной, Ава Отче, Дух святой Иисус, ты рядом со мной, Ава Отче, Дух святой. И мы будем вечно поклоняться Тебе и славить Тебя, потому что Ты прославленный, Господь, и мы благословляем имя Твое. Спасибо за эти благословенные дни, и мы славим Тебя, и благословляем Тебя, и вечно будем славить Тебя. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава, слава нашему Господу! Мы благодарим Тебя, Господь, за все, за то, что Ты сделал, делаешь и будешь делать. Слава Тебе во веки веков. Аллилуйя! 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 Слава, слава Иисусу! Аллилуйя! Аллилуйя. Спасибо, братья. Очень помазаны, очень сильно. Спасибо Господу за эти чудесные дни, за это чудесное прославление, за эти чудесные дни. Аллилуйя. Слава Иисусу. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Иисусу. Кто что-то получает в эти дни, благословен. Оставайся до конца. Оставайся до конца. Слава Иисусу. Возлюбленный Божий народ, вы можете садиться. Спасибо вам. Аллилуйя. Аллилуйя. Возлюбленный Божий народ, я хочу поделиться с тобой словом о пожертвовании. Давайте откроем Библию, если ты принес с собой. Если нет, то просто послушай. Я буду читать из Евангелия от Иоанна. Отрывок. 4 глава, 6. Итак, в зале зазвучал армянский язык. Это значит, пришло время переключаться в студию. Я не знаю, радость. Просто радостно, да. Вот. Радость в Господе, сила наша. И мы чувствуем эту радость с Александром. Вот. Это, наверное, Армения на нас так влияет. Армения потрясающая страна. Я обожаю Армению. И обожаю армянин. Армянин, говорю, армян. Обожаю армян, потому что для меня, вот то, что я заметил, армяне очень похожи на евреев. Вот то, что я обнаружил, что армяне очень похожи на евреев по духу, по складу мышления, по отношениям и по судьбе. И я так ценю армян. И да. Так приятно видеть всех армян, но так приятно видеть армян, любящих Господа. Аминь. Когда вот здесь в церкви Слово Жизни, Ереван,
дорогого пастора Артура Симоняна, дорогого нашего друга, который настолько потрясающий, так любит Господа. Я уверен, что вы знаете, друзья, пастора Артура Симоняна, его проповеди и его служение. Оно настолько благословенное. И вот отсюда, с горы Арарат, вот отсюда, прямо с горы, мы на горе. Прямо с горы Арарат, и вот отсюда, прямо из церкви Слова Жизни, дорогого пастора Артура, из Еревана, благословение продолжает распространяться. Кстати, ты, Сергей, не заметил, что Ереван на Иерусалим чем-то похож? Я заметил. Ты заметил? По улицам ехал, сразу у меня первое впечатление было. Я никогда не был в Ереване. Да. И вот мы ехали сразу, как только въезжали в город, я сразу смотрю, как похоже с Иерусалимом. И то, что ты только что сказал, говорят все, кто увидел. Серьезно? То же самое сказал Майк Бикл. Да? Когда я первый раз оказался в Ереване, я сказал то же самое. И все говорят, все, кто видел Иерусалим, все говорят, это прямо как Иерусалим. Поэтому реально. С Иерусалима, да. Реально. И до концов земли. Друзья, приглашаю вас приехать в Ереван, потому что он очень похож на Иерусалим. Если вы когда-нибудь были в Иерусалиме, то вы увидите, что атмосфера похожа и все очень похоже. Итак, спасибо за ваши комментарии. Пожалуйста, продолжайте писать, а мы будем продолжать молиться. И у меня есть свидетельство. Я хочу зачитать несколько свидетельств. Я уверен, они вас сейчас вдохновят. Итак, Ирина написала, что еще в феврале и октябре 2014 года просила молиться о ее дочери. Врачи поставили диагноз аутоподобный синдром и падение развития речи. В 4 года она не могла, ее дочь не могла связать простое предложение. Был тяжелый год молитв, слез, лекарств и занятий. Сегодня, год спустя, она хорошо разговаривает, осмысленно и правильно. Есть огромные положительные результаты. В садике тоже это отметили. Слава Господу! Он верный Бог. Спасибо за ваши молитвы. Спасибо большое, Ирина, что вы нам написали и ободрили нас. Потому что каждый раз, друзья, когда вы нам пишете ваши нужды, мы за эти нужды продолжаем молиться каждый раз, когда собирается наша команда. Каждый раз, когда мы собираемся вместе, а также в наших личных молитвах. Каждый день за вас идет молитва, друзья. Мы каждый раз благословляем Господь и благослови каждого, кто нам прислал нужду. И ты знаешь этих людей, восполни их нужды, соверши чудеса. И мы так молимся, веря в ответ, до получения ответа. Следующее свидетельство Татьяна написала нам. Это просто огонь, крупными буквами она написала, для духа, души и тела. Мертвое оживает. Все, что угасло, потеряло силу, смысл, надежду, оживает. Не знаю, меня просто распирает. Видно по тому, какие большие буквы вы используете, Татьяна, что вас распирает. И буквы распирает тоже. Вот, вера поднимается, мечты расширяются, желания оживают служить Господу. О, я так рад. Слава Господь за этот подарок. Спасибо за мужей веры. Спасибо за все. Так приятно это слышать. Татьяна Любимова написала, с вечера и с раннего утра пришла осязаемая уверенность в Божьих чудесах. О, ради такого стоит трудиться, друзья. Что я не одна несу бремя. Так оно и есть. Что я не одна в своих проблемах, что есть люди, которые молятся за меня. Так оно и есть. И сейчас помолимся снова. Во время молитвы Сергея Шедловского в эфире присутствие Святого Духа и реальность ответов. Я счастлива, что вы так по-настоящему ответственно, не на словах служите молитвами нам. И что Бог с вами. Я очень люблю вас. Я люблю Бога и посвятила себя на служение Ему. Слава Богу! Присоединяюсь в молитвах за пробуждение и делах распространения Царства Божьего на земле. Вся слава Господу и Ему одному. Я так рад, Татьяна, что Господь вас коснулся. И Евгения написала нам, сегодня на служении было особенное присутствие Бога. Не хочу выходить из Него. И не надо. Аллилуйя. И не надо. Итак, также у меня есть очень много нужд, и мне уже надо через одну минуту бежать. И пока я буду бежать, то ты еще можешь помолиться. И много молитвенных нужд. Вот здесь целый длинный список молитвенных нужд. Давай за них помолимся. Давай я начну, потому что я сразу убегу представлять Алана Хута, а ты закончишь молитву.
Господь, мы просим Тебя за все эти нужды, восполни их, потому что каждый сражается не в одиночку. Дух Святой на его стороне. Господь, яви свою славу во имя Иисуса Христа. Господь, я благодарю Тебя, что Ты Иисус, который восполняешь все нужды. Я прошу Тебя, благослови и восполни всякую нужду. Пусть сила Божья сойдет сейчас и придет исцеление и восстановление в тело. Я прошу Тебя, приди, Святой Дух. Пусть все нужды разрешатся, пусть чудеса высвободятся, и слава Твоя, Господь. Во имя Иисуса мы провозглашаем Твою победу и силу Твою в жизнь драгоценных Твоих детей и церкви Твоей. Я прошу Тебя, Иисус, благословения Твое во имя Иисуса Христа. И мы переключаемся сейчас в зал. Иисус цельный, и Он самый лучший. Евнамена лавны. Я только что прибежал из студии телеканала Бог ТВ. Где мы молились за телезрителей. Որտեղ մենք աղոթում էինք հերոստատիտողների համար. Благословляли их. Եվ օրհնում էինք նրանց. И я получаю свидетельства от людей. Եվ ես մարդկանցից վկայություններ եմ ստանում. Хотите, я вам парочку зачитаю. Ուզում եք մեկ երկուսը կարդամ ձեզ համար. Свидетельства от наших телезрителей. Սրանք վկայություններ են մեր հերոստատիտողներից. Итак, Ирина написала. Ирина գրում է. Что Господь, что у нее дочь не могла говорить 4 года. И она просила молиться еще немного раньше, не в этот раз, а еще раньше. И вот она написала благодарность за молитвы. Եվ հիմա նա շնորհակալություններ է գրում այդ աղոթքների համար. Потому что стала видеть реальный ответ в речи своей дочери. Որովհետև իրական պատասխան է ստացել իր երեխայի խոսքի մեջ. Теперь она хорошо разговаривает, осмысленно и правильно. Հիմա նա արդեն հոդաբաշխ ձևով իմաստալից բառեր է ասում. И это отметили в садике, врачи, воспитатели, все благодарят Бога. Եվ հիմա դա նկատել են մանկապարտեզում նրա դաստիարակները եւ իրականում ասում են մենք փառաբանում ենք Տիրոջը. Также нам написала Татьяна, которая смотрит нас в эфире. Մեզ գրել է նաեւ Татьянան, ով որ ուղիղ եթերով դիտում է մեզ. Она написала: «Это просто огонь». Նա գրել է: «Սա ուղղակի իրականում կրակ է». Большими буквами она написала: «Это просто огонь». Գլխատար տառերով է գրել: «Սա ուղղակի կրակ է». Для души и тела. Մարմնի եւ հոգու համար։ Մեռտվե աժվայտ։ Մեռած բանը կենթանանում է։ Много восклицательных знаков։ Եվ շատ բացականչական նշաններ։ Всё, что угасло и померкло, всё, что угасло, снова обретает надежду։ Այն ինչը որ հանգել էր, իրականում նորից հույսով վերածնվում է։ Она пишет, наш телезритель пишет: «Я не знаю, меня просто распирает». Մեր հեռուստադիտողը գրում է, ուղակի ես ուղակի կտոր-կտոր եմ լինում. Это видно по буквам, которых тоже распирает. Գիտեք, դա իրականում նրա գրած տառերից է զգաց. Вера поднимается, она пишет. Հավատքս մեջս բարձրանում է. Желание у неё появилось желание, ожило желание служить Господу. Եվ նրա ներսում կենթանացել է այդ փափագը ծառայելու Տիրոջը. И она говорит: «Господь, спасибо за этот подарок». Так приятно слышать, что у кого-то ожило желание служить Господу. Слава Богу. Также другая Татьяна написала нам: «С вечера и с раннего утра пришла осязаемая уверенность в Божьи чудеса». Առավոտվանից ուղակի եկել է այսպես շոշափելի համոզվածություն, որ Տերը ներկա է, կենցանի է իմ կյանքում։ Որ ես մենակով չեմ տանում այդ բեռը իմ ուսերին։ Որ կան մարդիկ, ովքեր ինձ համար աղոթում են։ И во время молитвы, которая за нее была в прямом эфире, в студии канала, арвац аготкиц это, на нее сошел Святой Дух, и в результате она пережила уверенность, на нее сошел дух веры. И теперь она говорит, что я посвятила себя на служение Господу. Слава Богу! Давайте поблагодарим Господа. А ведь так и должно быть. Молитва должна выражаться в служении Господу. Как интересно. Мы говорим о том, что Бог нас любит.
А как итог поступают свидетельства о том, что люди себя посвящают на служение Богу. И Евгения написала нам тоже. Она написала: сегодня на служении было особенное присутствие Бога. И она пишет: не хочу из него выходить. Аллилуйя, слава Аллилуйя. Богу. И не надо. Телезрители, и не надо выходить. Продолжайте быть в Божьем присутствии. Итак, сейчас я хочу представить особенного человека. И сейчас я хочу представить Он прилетел сюда буквально этой ночью. На айстере жаманел барациорен айсгишер. Я слышал этого помазанного проповедника на 30-тысячной конференции. Если селем айс отцвац карузычин ересун хазаранос конференции жаманак. Это конференция, которую проводит каждый год Международный дом молитвы IHOP. Да айн конференсне вор амен тари аготки мичазгайн туне IHOP анцкацнуме. Зал, который они арендуют для этой конференции, в длину 1.5 километра. Дахличе, воре неранк варцумен айт конференции хамар, еркарутюна 1.5 километра. И он весь заполнен людьми. Евайн амбохчутямп леплецуне лину марткансу. В основном молодежью. Гимнаканум еритасардутям. И одна из причин, почему эти молодые люди едут, Ев патчарнериц мека тенчуен айс еритасарднере галис. Чтобы услышать слово от Господа через Майка Бикла. Ворпеси лесен тирёч хоска Майк Бикли мичоцов. Мисси Эдвардс. Кори Рассел, ворин мен картен лесе цинкаравотян. Ев най айс мартун, ворин ес има узмем хравирел бэм. Он директор библейской школы IHOP. На IHOP-и Аствацашинчан колледжи. И знаете, сколько у него студентов на полное время на стационаре? Ев гитек тэ на лрив жаманаков воркан ашхатугнер уни айнтэх? 1000. Хазар. Задумайтесь. Уаки хорек. 1000 студентов. Хазар усанох воронк. На полное время. Соворум эн айнтэх. Которые там все время живут. Стационар кельпо. И учатся. Апрум эн айнтэх кавакаванум. Ев наев соворум эн. То год, то два, то три, максимально 5 лет. Инч фор мега ми тари, ерку тари, максимум 5 тари соворум эн. И это директор этого университета. Ев инка айт хамалсарани ректорне. Сейчас будет звучать важное слово. Имашат каревор хоскен. Телезрители, соберитесь. Эрустадитовнер хавакфек. Это нельзя пропустить. За чикарели бацтовнер. Сейчас Дух Святой будет говорить наши сердца. Сурпоким пити хоси има мер сертерин. Приготовьте свое сердце. Патрастир косирте. Вы готовы, друзья? Дук патрастек барекам. Тогда давайте вместе пригласим сюда. Еке куаки дима ворен кастех. Ален Худин. Аллилуйя. Alan, welcome. Yes, I'm here. Hallelujah. I just want to look at you for a moment. We're praying night and day in Kansas City for the nations. So we're always praying for you. So I just want to look at who I'm praying for. You're the ones that Christ loves. You're the ones he died for. And the Holy Spirit is preparing the entire earth for his coming. Beloved, it's a great time to be alive. As the Holy Spirit is moving across the whole earth, preparing for his coming, making the church ready. Oh, beloved, if there's any time to live, it's right now. As the Holy Spirit awakens the church and fills her with glory, the Bible says that the church will grow up into the head. That the church will make herself ready. And that we will be equally yoked to Christ in light and love and power. Filled with the fullness of Christ. Наполненные полнотою Христовой. Filled with the wisdom of the Spirit. Наполненные мудростью Духа Святого. Плода Духа Святого. And the power of the Spirit. И силы Духа Святого. Возлюбленные, это великое время, чтобы быть живыми.
Положите руку свою на соседа. Помолись за него прямо сейчас. Помолитесь, чтобы Бог крестил Духом Святым и огнем человека. Потому что Богу нужна церковь в огне. Отец! Отец! Пошли огонь! Пошли славу! Пошли силу! Пошли мудрость! Пошли любовь! Пошли плод! Сделай это, Отец! Отец! Пусть церковь будет готова для пришествия Христа! Сделай это для моего брата, для моей сестры! Наполни их! Наполни их! Просвети внутреннего человека, силу внутри. Укрепи сейчас, прямо сейчас, Отец, откровение. Покажи им Иисуса. Продолжайте. Благослови их, Отец. Дай больше, чем они даже просят. Дай больше, чем могут представить себе. Наполни славой. Жизнь помести в сердца. Любовь в сердца. Силу в руки. Слова в уста. Как меч обоюдоострый. Отец, сделай это, сделай это. Сделай. Потому что твой сын просил тебя. Помоги нам готовиться к пришествию его. Пусть самый слабый из нас, даже самый слабый пусть облечется в славу. Таких слабых даже, как я, Господь, возьми верующих. Сделай нас готовыми. Наполни нас. Во имя Иисуса Христа, Отец, прямо сейчас. Огонь внутрь. Огонь в разуме. Огонь Духа Святого в колеса. Эмоции, в волю, огонь Святого Духа. Твой сын сказал, Отец, что он пришел не извести огонь на землю. Пошли в Армению его, в Украину, в Россию, в Иран, в каждую нацию на земли. Пошли твой огонь. Пошли их, Отец, прямо сейчас. На меня, на мою сестру, на моего брата, чтобы никто не выбыл, никого не было недостающим. Прошу, сделай это. Сотвори, чтобы весь мир знал, что Иисус Христос есть Господь. Чтобы Сион воспел и Иерусалим возрадовался. Сделай это, Боже. Сделай это, Господь. Пока твоя слава не наполнит землю, как воды наполняют море. Сделай это, Боже, сейчас. Сделай это сейчас. Сделай в нас. Ничего не меньше. Ради чего умер Иисус Христос. Не меньше того, Отец, чем для того, для чего был послан Дух Святой. Аллилуйя. Спасибо, Отец. Ты всегда слышишь наши молитвы. Ты всегда слышишь. Ты всегда отвечаешь. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Мой Отец. Мой Бог. Спасибо. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий скажет. Аминь. Аллилуйя. Если у вас есть своя с собой Библия, я надеюсь, она есть с вами. Откройте 109-й Псалом. Дух Святой готовит церковь к пришествию Господа. И Он это делает, высвобождая откровение Иисуса. В Иоанна 16 Иисус сказал, что когда Дух Святой придет,
то Он явит все, что говорил и делал Иисус. Он возьмет от Христа и сделает известным нам. Деяние 1:8 говорится, что апостолы были свидетелями славы Иисуса силой Святого Духа. Иоанна 17. Иисус молился своей первосвященнической молитвой, прежде чем взойти на крест. Он говорил: «Отец, если я взойду на крест, вот чего я хочу. Если я готов умереть за грехи мира, это то, чего я хочу. Да будут со мною, где я, и дай им видеть мою славу, чтобы они любили меня, как Ты возлюбил меня, Отец». Возлюбленный Иисус молился, чтобы мы видели Его славу, чтобы мы любили Его, как Отец любит Его. Возлюбленный, как сильно любит Отец своего Сына. Также Он хочет, чтобы мы любили Его Сына. И Он это делает, показывая нам Его славу. Второй Коринфянам 3:17-18. Где Дух Господень, там свобода. И мы все открытым лицом, взирая на славу Господню, преображаемся от славы в славу, как от Господня Духа. Возлюбленный, Дух Святой меняет нас от одного уровня славы к другому. Показывая нам великолепие Иисуса. Нет ничего более сильного. Ничего более преображающего. Ничего более приводящего в зависимость, восхищающего, возбуждающего, ошеломляющего, чем когда Дух Святой показывает вам Христа Иисуса. И прямо сейчас Дух Святой движется по народам, среди народов, являя Иисуса Христа вновь. Он показывает Его, как никогда раньше, потому что Он скоро вернется. Он делает Его известным. Возлюбленные, понимаете ли вы, Дух Святой хочет явить Иисуса вам таким образом, чтобы вы начали любить Его так же, как Отец любит Его. Он хочет зажечь тебя. Один из наиболее славных портретов Иисуса в Псалме 109. Наиболее славное местописание. Это наиболее часто цитируемый отрывок из Ветхого Завета в Новом Завете. Когда апостолы проповедовали, они цитировали этот псалом. Когда апостолы писали свои писания, они цитировали этот отрывок. Задам вам вопрос. Кто из вас слышал из этого псалма проповедь? Поднимите свою руку. Семь из вас. Наиболее часто цитируемый отрывок из Ветхого Завета. В новозаветных посланиях. Семь человек. Я скажу вам. Этот отрывок наполнит церковь и поразит перед
будет выделяем Духом Святым перед пришествием Господа нашего. Потому что там представлен наиболее восхитительный портрет Мессии. Славный. Наиболее славный портрет Мессии. В своей природе, в своей личности. В своей личности и в своем царствовании. Это формирует культуры Новозаветной Церкви. В этом псалме происходит диалог между Богом Отцом и Богом Сыном. Дважды цитируется. В семи стихах дважды цитата Отца звучит. Настолько это могущественный псалом. В Новом Завете 3700 с чем-то стихов, три раза цитируется. Отец говорит с неба трижды. 4000 стихов. Всего трижды. Это мой сын возлюбленный, в котором мое благоволение. Это сын мой возлюбленный, слушайте его. Я прославил имя Твое и еще прославлю. Но в семи стихах, семь стихов всего, дважды цитируется Отец. Вы знаете, какая это честь, когда прямая речь Отца записана или звучит? Знаете, что Библия говорит об Абве, Отце? В Откровении 21 глава. Когда Он встает с престола Своего, небеса и земля бегут от лица Его. Возлюбленные, Он Отец, Отец славы, Отец светов, Отец всего творения, праведный Отец, святой Отец, сильный Отец. Когда Он встает, земля тает, как воск пред лицем Господа нашего. Когда Он говорит, то останавливаются звезды. Дважды в одном псалме звучит голос Бога. И вся вселенная дрожит. Я не знаю, каким был ваш год, возлюбленные. Я не знаю, каким был прошлый месяц для вас. Но все будет лучше. Потому что вы дважды услышите Бога Отца говорящего. Давайте прочтем. Аллилуйя. Боже, открой Твое Слово. Дух Святой, Ты учитель. Ты помазанный. Мы Твои ученики. Учи нас. И сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Жезл силы твоей пошлет Господь Сиона, господствуй среди врагов твоих.
В день силы Твоей народ Твой готов в благоволении, в благолепии святыни. Из чрева прежде деницы, подобно росе рождение Твое. Клялся Господь и не раскается. Ты священник вовек по чину Мелхиседека. Господь одесную тебя. Он в день гнева своего поразит царей, совершит суд над народами, наполнит землю трупами, сокрушит голову в земле обширной, то есть многих стран. Из потока на пути будет пить, и потому вознесет главу. В семи стихах, возлюбленные, явлено воплощение Иисуса, коронация Иисуса на небесах. Давид наблюдает за этим. Эти семь стихов. Очень простой псалом на самом деле. Первые три стиха говорят о царствовании Мессии после креста и воскресения, когда Он вознесется на небеса и воссядет одесную Бога. Итак, первые три стиха говорит о царствовании Мессии, когда Он возносится и восседает. Последние три стиха описывают правление Мессии, когда Он встает и исходит на землю. Очень просто. Первые три стиха. Он возносится и садится. Последние три стиха. Встает и спускается. После поражения смерти и греха Он возносится и садится одесную Бога Отца. В последних трех стихах Он встает с престола и нисходит на землю и разрушает или покоряет все, что препятствует Ему, все, что не от царства. Он поражает и приносит любовь Бога на землю, как она на небесах. И прямо посреди всего этого, в четвертом стихе, Отец провозглашает вечное царство, священство Христа. Ты священник вовек. Поняли это? Вы поняли это? Первые три стиха. Он возносится и садится. Последние три стиха. Он встает и спускается. И четвертый стих прямо посредине, между этими. Отец провозглашает природу правления Мессии. Сегодня я первый стих рассмотреть хочу. Нам недели потребуется, чтобы рассмотреть этот стих, этот псалом. Но я сегодня хочу говорить о первом стихе. Восхитительная природа Мессии. Божественный царь по колено Давида, из рода Давида. Нет никого подобного ему. Нет никого подобного ему. В первом стихе Господь сказал Господу моему: «Сиди одесную меня». Возлюбленный, Давид что-то увидел. Помните Деяния 2, 40 стих. Говорит нам, что Давид был пророком.
и скинии Давидовой, когда Давид принес ковчег завета и во дворе своем поставил, он отодвинул завесу, и 288 певцов поставил, 4000 музыкантов вокруг ковчега. И они просто напитывались славой и пели к славе, и молились к славе. Когда Давид молился и воспевал, он как бы видел будущее. Псалом 2. When he saw the end time scenario, сценарий последних дней описывался. Я поставлю свой престол на Сионе и сказал ему: «Ты сын мой возлюбленный, проси меня и дам народы в наследие тебе». Или как 15-й псалом, когда Давид видел воскресение Мессии, он не оставит души моей в аде, но восставит меня и одесную, и блаженство одесную его. Или 21-й псалом, в день, когда он увидел распятие: «Мой Бог, мой Бог, зачем ты оставил меня? А тельцы упитанные окружили меня, басанские, и все кости вывихнулись, и мой язык прильпнул к небу моему. Но мой Бог освободит меня, избавит меня». Хотели бы вы быть Давидом и видеть это все? Помните, когда Иисус говорил к ученикам по дороге в Эммаус? Он говорил им о Моисее, о пророках и о псалмах. Well, in Psalm 110, в 109-м псалме David is seeing something. Давид что-то видит. In that tent, в этом псалме он видит славу. Неожиданно завеса расступается. And he sees the coronation of Messiah in heaven. И он видит коронацию Мессии на небесах. Let me ask you a question. Я хочу задать вам вопрос. If you could have gone to the coronation of the Messiah in heaven conference, если бы вы на небесной конференции могли участвовать в коронации Мессии, would you have gone? А вы бы ушли? Well, David sees it. Давид это видит. Давид это следа. He watches. Он наблюдает. And what's stunning about this? И что изумительное в этом всем? David is watching the crowning. Давид наблюдает за коронацией. Of his great-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 grandson. Своего пра-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 внука. 28 grandsons later. 28 внуков спустя. He's watching. Он наблюдает in the throne of heaven, на престоле небесном, as his great, 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 great grandson, как его пра-пра-пра-пра-пра-внук gets crowned the Messiah, коронуемый Мессия. What was that like for David? Как бы чувствовал Давид, наблюдая за этим? The crowning, коронация Мессии. In Genesis 3:15, Бытие 3:15 был обещан Мессия. И вся Библия была написана в ожидании семени.
Помните, когда Адам и Ева упали? И змей появился. И Бог сказал змею: видишь эту девочку? Ты видишь эту девочку, которую соблазнил? Ты первый раунд выиграл. Но ты не выиграл войну. Потому что эта девочка родит семя. А это семя поразит тебя в голову. Ты поразишь его пету, ты ужалишь его пету, но он сокрушит твою голову. Сатана, лучше смотри на эту девочку, потому что эта девушка родит дитя, который сокрушит твою голову. Аллилуйя! Вся Библия написана в ожидании пришествия семени. Когда же родится это семя? Когда он придет? Поэтому преследование во всей генеалогии, во всей линии. Он грядет. Он грядет. В Бытие 12 мы видим, что он приходит через Авраама. Затем Бытие 45 глава. Мы узнаем, откуда придет царь. Авраам. Исаак. О нет, у Исаака два сына. Яков. А у Якова 12 сыновей. Кто из них будет? Иуда. Из Иуды придет лев, законодатель, простите, и он за горло возьмет своих врагов. И все люди будут повиноваться Иуде. Он приходит через Иуду. Где же он? Давид. Помните эту историю? Давид говорил: Боже, я хочу построить тебе дом. Я живу во дворце, а ты в скинии, в палатке. Я хочу, чтобы ты был близок ко мне, Боже. Я построю тебе храм. На следующий день приходит пророк к Давиду. Давид. Бог сказал. Просил ли кого-то Бог строить ему дом? Нет. Я никому не говорил строить дом. Откуда ты знал, что я хочу быть близок к тебе? Как ты узнал секрет моего сердца, что я хочу быть близким к тебе? Потому что ты знал мое сердце, Давид. Я дам тебе самое дорогое моему сердцу. Потому что ты коснулся моего сердца. Ты хотел, чтобы я был близок к тебе. Я дам тебе самое дорогое в моем сердце. Моего сына. Моего сына. Он из твоего дома выйдет и будет сидеть на твоем престоле и будет царствовать вовеки, Давид. Ты хотел построить мне дом, Давид? Я построю твой дом. Семя, обещанное в 3.15 Бытие, придет через тебя. И Давид наблюдает за коронацией семени, которое пришло из его родословия. Что, как это было для Давида? Видеть Мессию, который похож на него. Он похож на меня.
He does. Да, да. Иска без води знамане. Это мой правнук, 28-е поколение, внук. Вы представляете этот день, который он увидел? Мессия из колена, из рода Давида. А в первом стихе говорится, что он от Давида, но больше, чем Давид. Посмотрите на первый стих. Это очень выдающееся. Не верится, что Бог позволяет нам это читать. Господь сказал Господу моему. Вот уже здесь шокирующее заявление. Господь, Яхве, сказал моему Господу. Подождите-ка. Это надо читать по-другому. Господь сказал моему сыну, потому что больше почета старшему, чем младшему. Это ведь внук, внук Давида. Господь сказал сыну Давидову, надо бы читать. Но что-то шокирующее происходит. Он от Давида, но больше Давида. Давид смотрит. Я вижу, как он зовет книжников. Запишите это. Господь сказал Господу моему. Подожди-ка, Давид. На иврите это еще более шокирующе звучит. Сказал моему Адонай. Подожди-ка, Давид. Как же Яхве может говорить к Адонай? Как может говорить Бог Богу, который выглядит как ты? Вы можно почти услышать, как книжники говорят, Давид, нельзя этого писать. Это же, как Яхве сказал моему сыну. Давид говорит, нет. Я это видел. Яхве, Бог, говорит Богу, который похож на человека, который похож на меня. Просто запишите это. Просто запишите. Возлюбленные, только представьте, что чувствовал Давид. То же самое чувствовал Исаия. В Исаии 6 глава. «Видел я Господа, высокого и превознесенного, и края рис его наполняли храм, и серафимы взывали друг другу, «Свят, свят, свят, Господь Саваоф». Вся земля полна славы Его. Исаия говорит, горе мне, я закончился, я разрушен, потому что я видел царя в славе. И затем главу спустя, дева рождает сына, ребенка. Его назовут Эммануил. Подожди-ка, Исаия. Ты только что видел его высоким и превознесенным. Как
как же он может родиться? Двумя главами спустя младенец рождается. Сын дается. И владычество на раменах его, на плечах его. И назовут его чудный советник, Бог всемогущий, вечный Отец. Подожди-ка, Исаия. Если его зовут Бог, если он Отец Вечности, если он чудный советник, как он может родиться? Он Бог или ребенок? Он божественен, либо он сын? Да. Он и то, и другое. Как это может быть, Исаия? Я не знаю. Я просто пророк. Я говорю то, что он говорит мне. Не я придумал это. Бог стал человеком. Представьте себе, как чувствовал Иоанн Креститель. Иоанн, ты Мессия? О, нет, нет, я не Мессия. Но Мессия придет. Вы знать будете точно. Я крещу вас в воде. Он будет крестить огнем. И вы поймете разницу. Фактически, тот, кто идет за мной, выше меня поставлен. Потому что был до меня. Подожди-ка, Иоанн. Мы же знаем хронологию. Он был твоим двоюродным братом. Он родился через 6 месяцев после тебя. Я знаю. Тот, кто родился после меня, превознесен выше меня. Потому что был до меня. Подожди-ка, Иоанн. Он же после тебя пришел. Или был до тебя? Да. Он от века и до века. Он Альфа и Омега. Он начало и конец. Он родился от Давида. Он еврей и божественный. Как все работает должно? Как может быть это? Я не знаю. Это просто истина. Представьте себе, что числа Давид. Так же чувствовали себя апостолы. Иоанна 3 глава. Аллилуйя! Иисус Христос есть Господь. Иоанна 3 глава. Я бы хотел иметь больше времени. Как и Иоанн говорил о своем возлюбленном Иисусе. Любимый ученик Иоанн, который свою голову преклонял на грудь Иисуса, который наблюдал за смертью Иисуса на кресте. Иоанна 1 глава. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью. Подожди-ка, Иоанн. Я это видел. Слово стало плотью. Достаточно ли велик твой Бог? Достаточно ли силен твой Бог, чтобы стать человеком?
возлюбленные. Все другие религии только гадают, как выглядит Бог. А нам не надо гадать. Он пришел. И когда вы видели Его, вы видели Отца. Иоанна 3 глава. О, возлюбленные. Никодим ночью приходит к Иисусу. Иоанна 2 глава. Иисус освобождает храм. И говорится, что многие уверовали в Него. Но Иисус знал, что в человеке. И поэтому не верял себя человеку. В 3 главе Никодим приходит к Нему. Он был учитель Израиля. Он был учитель с большой буквы. Религиозные лидеры послали его проинтервьюировать Иисуса. Может быть, он Мессия? Никодим очень умный человек. Он очень умен. Он учитель Израиля. И приходя, говорит Иисусу, «Рабби, мы знаем, что ты от Бога пришел, потому что никто не может творить дел, которые ты творишь, если не будет с ним Бог». Он для того, чтобы взять интервью у Иисуса. И начинает с таких сладких слов. А Иисус все переворачивает. Никодим, ты думаешь, что ты здесь, чтобы взять меня интервью? Чтобы узнать, являюсь ли я царем царства? Я хочу спросить у тебя, если ты, чтобы понять, можешь ли ты войти в мое царство. Никодим, если кто не родится свыше, не может войти в Царство Небесное. Никодим отвечает, может ли войти человек второй раз в утробу матери? Это не было искреннее, ну, как это сказать, вопрос. Он отвечает Иисусу. Ну давай, ну ты что, Иисус? Ну ты что, что человек второй раз, что ли, может зайти в утробу мамы? Он не спрашивает, а как я, взрослый человек, могу войти снова в маму? Как это может быть, Иисус? Возлюбленный, он бросает вызов Иисусу. Останови эту метафору рождения. Второй раз человек не может войти в утробу матери. Ну что ж ты, Иисус? Давай-ка, ну, проедем через это. Я хочу серьезно спросить тебя. Иисус смотрит на него прямо. И говорит, Никодим, если человек не родится свыше, он не может войти в Царство Небесное. Если он не родится от воды и духа, то невозможно войти в Царство Божье. Потому что от плоти рождается плоть, а от духа рождается дух. Никодим, ты здесь, чтобы спросить меня, выяснить, мессия ли я, тот ли я, кто свергнет Рим. Никодим, от плоти рождается плоть. После Рима поднимется еще империя. Рим не ваша проблема. Давление из другой нации — это не самая большая проблема. Но это твое развращенное сердце, Никодим.
Враг твой — это не Рим, но твое обманутое сердце. Враг внутри тебя, Никодим. Даже если ты не спровергнешь Рим, ты все еще мертвый в грехах. Потому что от плоти рождается плоть. Нет для этого политического решения, Никодим. Тебе нужно новое сердце. Тебе нужно родиться свыше. Тебе нужно возрождение. Тебе нужно стать новым человеком. Никодим говорит, подожди-ка. Если трансформация происходит изнутри, как мы узнаем, что кто-то вообще преобразился? Иисус говорит, это как ветер, Никодим. Ты его не видишь. Не знаешь, откуда приходит или куда уходит. Но ты чувствуешь его влияние. Так же бывает со всяким рожденным от Духа. Ты не можешь видеть возрождение, но ты чувствуешь его влияние, эффект. Потому что от доброго дерева приносит добрые плоды. Аллилуйя! Никодим, он кричит, «Как это может быть?» Я вижу, как Иисус смеется. Ты не понял, Никодим? И ты учитель Израиля? И ты есть учитель? И не понимаешь даже земного? Извращенность — это земная вещь. И ты не понимаешь даже земного. И ты пришел спрашивать меня вопросы и узнать, что я Мессия? Никодим, Мессия не просто от земли. Он с небес. Если ты не понимаешь земных принципов, как я могу тебе рассказать о небесном? Потому что есть только один, который был на небесах, пришел с небес, который на небесах сейчас. Иоанна 6 глава. Они пришли к Иисусу, потому что Он кормил их. Иисус говорил, вы хотите, чтобы я стал царем, потому что я накормил вас. Но есть хлеб, сходящий с небес. Если человек будет есть от этого хлеба, то он не умрет никогда. Если вы будете этот хлеб есть, земной хлеб, вы умрете. Но если будете есть хлеб, который приходит с небес, вы никогда не умрете. Они ему говорят, дай нам этот хлеб. Моисей дал нам ману в пустыне. А что ты дашь нам? Иисус сказал, не Моисей дал вам хлеб. Я дал вам этот хлеб. Я послал этот хлеб. Не Моисей дал вам этот хлеб. Но есть хлеб, который приходит с небес. Если вы будете вкушать от него, никогда не умрете. Я говорю вам, только те, кто будет есть плоть мою и пить кровь мою, войдут в Царство Небесное. Многие оставили его, написано после этого. Он посмотрел на учеников и спросил, «Вы хотите уйти? Это обидело вас? Я вам сказал, кушайте тело мое и пейте кровь мою». Ребята, мои слова — дух. Я не говорил вам, кусайте меня за локоть. Я не сказал вам, за щиколотку меня кусайте, пейте кровь мою. Это же метафора.
Другими словами, человек не хлебом одним жить будет, но словом моим, которое исходит из моих уст. Я есть Слово Божие. Хлеб, приходящий с небес. Если верите в Меня, то не умрете никогда. И вы, если верите в Меня, если не верите в Меня, то умрете. Но даже если умрет, если верит в Меня, если умрет, то не оживет вновь. Потому что Я есть воскресение. Я есть жизнь. И Давид на это смотрит. Он божественный, и он Давидов. Нет никого, как он. Он Бог во плоти. Никогда не сомневайтесь, какой Бог. Возлюбленные, вы поняли? Бог явил Себя, сделал Себя известным. Последнее, что я хочу сказать сегодня. Понимаете ли вы, что двухсторонний шок воплощения для властей и начальств? Нет Бога, подобного нашему Богу. Вы со мной еще, возлюбленные? Вы со мной еще? Вы слышите? Вы знаете, что... Хотите узнать, что шокирует начальство и власти? День, когда Бог стал человеком, написано, что небеса небес не могут вместить Его. Он должен склоняться, чтобы посмотреть на звезды. И он должен склониться еще ниже, чтобы рассмотреть землю. А еще ниже спуститься, чтобы увидеть Армению, Украину, Россию, Иран. Бог, который выше всего, стал человеком, возлюбленные. Он стал 28 футов, 7 фунтов. Вы знаете, насколько это славно, что Бог может стать человеком и не лопнуть, не взорваться в этом теле. Вы знаете принцип согласия? Принцип согласия. Принцип согласия. Знаете, как славно человеческое тело? Мы были созданы по Его образу. Вы знаете, насколько это славно? Когда Бог стал плотью и не разрушил то, кем Он стал. Тот, который сотворил небеса. Задам вам вопрос. Если вы посадите желудь в небольшой горшочек, кто победит, горшок или желудь? Конечно, дуб разрушит горшок. Но Бог стал человеком. Do
you know angels the day that the night Jesus was born, angels broke out to worship. Вы знаете, когда Иисус родился, ангелы начали поклоняться. Imagine the archangel Michael. Представляете, архангела Михаила, который поклонялся Сыну Славы до сотворения, вдруг становится человеком, он становится человеком, Сын Божий. День, когда Гавриил пришел к Марии, недавно. Ты родишь сына. Скоро ты родишь сына. Дух Святой сойдет на тебя. И ты родишь сына, которого назовут Сыном Всевышнего. Сыном Бога. Святым. Что подумал Гавриил? Мария говорит, подождите, подожди-ка. Как у меня может быть ребенок? Я же не знала мужчину. Ты ангел, и, наверное, не понимаешь этого. Но здесь мужчина и женщина должны быть интимность, должны иметь интимность для того, чтобы зачать. Я думаю, вы, ангелы, не понимаете этих вещей. Ангел говорит, не проблема. Дух Святой сойдет на тебя. И ты зачнешь. Ты не знаешь, кто ты, так ведь, Мария? Люди были сотворены по образу Бога. Ты просто еще одно творение. Такое славное, что Бог может стать человеком. Принцип согласия. Я научился этому, когда начал путешествовать. У вас есть 220 вольт? 220. А в Америке 110. Я путешествовал в Азию, когда я женился на своей жене. Она сказала, что если я хочу жениться на ней, я должен с вентилятором спать. Она сказала, если мы поженимся, мы будем спать с вентилятором. Я говорю, конечно. Я пристрастился к звуку вентилятора. Мне теперь это нравится. Мне это нравится. Всем надо спать с вентиляцией. Я купил небольшой вентилятор с собой в Азию. Но я не понимал разницу между адаптером и конвертером, преобразователем. Но адаптер просто сочетает, вилки. А конвертер или преобразователь преобразует напряжение. Я купил адаптер. И однажды ночью, вечером, я включил свой вентилятор в 220 вольт. И этот маленький вентиляторчик, который рассчитан на 110 вольт, я включил его, и 3 секунды, это было потрясающе. И он взорвался.
дым пошел. Знаете почему? Вы не можете вентилятор, рассчитанный на 110 вольт, в 220 вольт. Потому что 220 разрушат 110 вольтный аппарат. Возлюбленные, Бог, который сотворил небеса и все солнца, все звезды, стал человеком и не разрушил его. Нет Бога, подобного нашему Богу. Нет никого подобного Ему. Знаете ли вы, кто вы? Вы сидите там, рожденные свыше, наполненные третьей личностью Божества. И вам комфортно. И дым из ушей не валит. Не валит. Вы знаете, кто вы? Знаешь ли ты, кто ты? Ты хоть понимаешь, кто ты? Ты творение, созданное для Бога. Чтобы Бог принял твою форму, жил твоей жизнью, умер твоей смертью и снова воскрес. И разрушил силу смерти и ада и греха. И затем он сделал что-то невероятное. Он поднялся из могилы и сохранил тело человека. И вы хоть представляете, что это означает? Когда он воскрес из мертвых, он не просто духовно поднялся. Слава Богу, все закончилось. О, так тесно было в человеческом теле. Слава Богу, все закончилось. Нет. Он вышел из могилы в прославленном человеческом теле. Рожденный на третий день, воскресший из мертвых, этого было недостаточно. В его человеческом теле он поднялся на небо через вторые небеса, попирая власти и начальство, и духовные власти тьмы, силы тьмы. Возлюбленные, не как Бог, потому что Бог уже был выше начальства властей, но как прославленный человек, полностью Бог и полностью человек. Он поднимается сквозь небеса, и ни одна власть, ни один демон, ни Левиафан не смогли остановить его, Люцифер не смог остановить его, никакая бесовская сила не смогла остановить его. Он вознесся на небеса и вошел в Новый Иерусалим, проходя через мимо серафимов, престол Бога Отца. И как человек, он воссел не на престол Давида, но на Божий престол. Возлюбленные, есть ли у вас представление, что прямо сейчас, с правой стороны Бога, воскресший человек, возлюбленные, есть ли у вас понимание того, что это означает? Мы сделали это! Мы сделали это!
Он вошел в тронный зал прямо. Отец посмотрел на него. Ты сын мой возлюбленный. Ты стал человеком. Ты показал мое сердце. Ты жил свою среди них. Когда я говорил, ты говорил. Когда я делал, ты делал. Ты показал мое сердце им, мой сын. И затем ты умер за их грехи. Ты показал им, кто я, какой я. Возлюбленные. Мастер Эккхарт, ученый, сказал, что Бог стал человеком для того, чтобы иметь спину, которую могли бы избить, руки для того, чтобы их могли пронзить, чело для того, чтобы оно было пронзено, чтобы показать сострадание, так же, как и повелеть, так же, как и заповедать сострадание. Сын, ты умер их смертью. Ты заплатил их цену. Ты понес гнев, который они не могли. Ты заплатил долг, который они не могли выплатить. Ты искупил их. Ты показал им мое сердце. Приди сюда, сын. Сядь с правой стороны меня. На моем престоле. И теперь Иисус в человеческом воскресшем теле сидит там с нами. О, возлюбленные, знаешь ли ты, кто ты? Знаете ли вы, кто вы? Этот Мессия, Бог, который пришел как человек, соединился с нами навсегда. А вы еще думаете, спрашиваете, нравитесь ли вы Ему. И вы спрашиваете, любит ли Он вас. Возлюбленный, Он стал как ты. И у Него все еще человеческое тело. Каков же будет этот день, когда вы будете стоять у престола судного, и у вас не останется энергии? Когда я приду к престолу, к судному трону, я не увижу энергию там некую, потому что мы не индусы. Я не ожидаю, чтобы моя атма соединилась с его брамой. Когда вы придете пред престол Бога, там будет ждать нас человек с очень теплой улыбкой, с излучающими глазами, сердце, которое бьется любовью, со шрамами на руках от гвоздей и со шрамами от гвоздей на ногах. И Он покажет их тебе. Люблю тебя. Люблю тебя. Я безумно люблю тебя. Я сделал тебя для себя. Ты мой. Сегодня.
Я хотел говорить о его славной личности. Божественном величии Иисуса и его божественной мессианской сути. Я бы хотел, чтобы каждый мусульманин узнал, что Бог стал плотью, человеком, что наш Бог настолько могущественный, такой сильный, такой любящий, что может стать человеком и показать нам, какой Он. Мне не надо предполагать, какой Бог. Он как Иисус. Я не могу дождаться, чтобы увидеть Его. И Его прекрасную улыбку. Возлюбленные, когда вы видите Иисуса как человека, как личность, Бог как человек, меняется ваша молитвенная жизнь. Вы начинаете говорить с Ним, начинаете относиться с Ним. Все меняется. Я бы хотел, чтобы весь мир узнал Его. Чтобы вся Армения узнала Его. Все народы могли узнать Его. Чтобы все русские узнали Его. Чтобы Украина узнала Его. Чтобы Центральный Восток узнал Его. Чтобы Иерусалим узнал Его. Завтра я хочу поговорить о природе его священнического порядка. Царственное священство. О царе-священнике, который правит. Но сегодня давайте влюбимся в Него. Давайте влюбимся в Него. Давайте поклонимся Ему. В этот день, или в тот день, вы услышите Иисуса говорящего. Если вы доверяете Ему, если вы рождены свыше, вы услышите, как Он скажет следующее. Он поприветствует вас этой теплой улыбкой и скажет так: «Войди в радость мою». Войди в радость мою, которую Отец приготовил для тебя. Дух Святой готовит весь мир ко второму пришествию этого человека, Бога во плоти. Полностью Бог, полностью человек, полнота Божества и рожденный человека, сияние славы Отца, проявленный образ Отца. Он грядет, и Дух Святой готовит землю, являя себя Церкви. Возлюбленные, сегодня
если вопль твоего сердца. Покажи мне твою славу, Иисус. Я хочу знать тебя. Сегодня ты можешь узнать Отца. Я хочу узнать тебя по-настоящему. Не Бога отдаленного, не Бога, который там, но Бога, который пришел. Бога, который сделал себя известным, который любит меня и умер за меня. Сегодня я хочу знать Его. Возлюбленные, если кто-то из вас сегодня смотрит сегодня нас, и ты не знаешь Его, зачем ждать? Зачем ждать? Он такую высокую цену заплатил за тебя. Умер твоей смертью. Заплатил цену. Дать тебе бесплатно вечную жизнь. Возмездие за грех — смерть. Каждый из нас по природе наследует гнев. Мы осуждены на смерть, беспомощные, мертвые во грехах. Возмездие за грех — смерть. Но Иисус Христос разрушил силу смерти и заплатил за наши грехи. Дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе. Взови к Нему сейчас. Не жди. Он прекрасный Бог. Тот, который пришел явить Бога тебе. Поговори с Ним сейчас. Скажи Ему, что ты любишь Его. Скажи Ему, что ты сожалеешь о Его грехах. Попроси у Него прощения, чтобы Он очистил тебя. Он восставит тебя и очистит тебя от всех грехов. И даст тебе вечный дар жизни. Потому что написано, что всякий, кто призовет имя Господне, не постыдится. Никогда не постыдится. Если ты веришь в твоем сердце и исповедуешь твоими устами, что Иисус Христос есть Господь, ты будешь спасен. Возлюбленные, Библия говорит нам, что херувимы охраняют ворота Нового Иерусалима. И ничто нечистое не войдет туда. Ничто нечистое. Возлюбленные. Многие рассчитывают через добрые дела попасть туда. Но Библия говорит, ничто нечистое. Небеса совершенны. Невозможно войти туда, не будучи совершенным. А мы все были мертвы во грехах наших. Мы знаем одно все. Мы мертвы во грехах. Но Иисус Христос сделал все. Он обеспечил, заплатив цену, умерев за нас. Если доверяешь Ему, Он простит тебе все твои грехи. Его жизнь, вечная жизнь в обмен на твой грех. Доверяй Ему сегодня. Он единственный, кто сидит с правой стороны Отца. Воззови к Нему.
Возлюбленные, я говорю это. Есть среди нас те, кто еще не воззвал к Нему. А и Он жаждет тебя. Он хочет тебя. Он хочет, чтобы ты был с Ним. Он хочет, чтобы ты видел Его славу и любил Его. Он хочет, чтобы ты жил вечно. Призови Его имя. Призови Его имя. Мисси будет вести нас в поклонении. Если это вопль твоего сердца соглашается с воплем его сердца. Он молился Отцу: Отец, яви им славу Твою. Если ваш вопль таков же, покажи мне Твою славу, Иисус. Я хочу знать Тебя. Я хочу молиться Тебе по-другому. Я хочу знать Тебя лично. Я хочу любить Тебя. Если это вопль Твоего сердца, я хочу пригласить Тебя вперед. Иисус, покажи мне Твою славу. Прекрасный Бог, я хочу любить Тебя. Ты ждешь, когда я приду.
Я хочу помолиться о двух группах людей сегодня. Первая группа. Желание вашего сердца. Я хочу узнать Иисуса больше. Я хочу гореть для Него. Я хочу, чтобы Он поглотил меня. Он отдал все за меня. Я хочу отдать все за Него. Я хочу молиться за вас, и я хочу, чтобы вы вышли вперед. Я хочу страсти по Иисусу. Страсти по Иисусу. Иметь страсть по Нему. И есть вторая группа людей, за которых я хочу помолиться. Если вы призваны быть проповедником Евангелия, вам дали задание открывать мудрость Иисуса. И вы знаете, что вы призваны быть проповедником Господа Иисуса. Если это вы, поднимите свою руку. Мы все призваны нести Евангелие. Но вы знаете, что вы призваны на полное время быть проповедником Иисуса Христа. Поднимите свою руку. И мы попросим Его огня прийти и коснуться нас, чтобы огонь Духа Святого отделил нас для Христа, для Него единственного. Приди, Дух Святой, высвободи Твой огонь. 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 Высвободи, Отец. Высвободи. We wanna make you know. Make us make
To see the King in His beauty and make Him known. So Father of glory, Father of glory, reveal the glory of Your Son. Reveal the glory of Your Son to my heart. To my heart, reveal it to my heart, Father. Even me, the weakest of all people, come to me. So come, God, I lift up every preacher of the gospel. Put fire on their heart. Fire on their hands. Fire on their lips. To proclaim Christ. To proclaim Christ. Warn them. Сойди своей славы, Бог. И чуть копарком мезра. Сойди своей славы, Бог. Чуть копарком мезра. Сойди на нас, сойди. Ты посланник моей славы, ты
посланник моей славы, ты посланник моей славы. I desire that they would be with me.
նրանք լինեն ինձ հետ, որտեղ ես եմ. To show them my glory. Ցույց տուր նրանց իմ փառքը. Show them my glory. Ցույց տուր նրանց իմ փառքը. Abba Father. Աբա Հայր. Let them love me the way that you love me. Թող նրանք սիրեն քեզ այնպես, ինչպես ես սիրեցի. That I love you. Այնպես, ինչպես ես սիրեցի. Catch them up in our love. Սիրո. Abba Father. Catch them up in our love. Գրկիր նրանց մեր սիրով. Show them my glory. Ցույց տուր նրանց the very same glory. Այն նույն փառքը. Have with you from the beginning. Քեզ հետ ամենասկզբից ժամանակների. Abba Father. Աբա Հայր. Keep them. Պահիր նրանց. Keep them. Պահիր նրանց. Draw them, I in them, you and me, that we may be made perfect in one. This is the prayer that he prays even for you tonight. Jesus stands before the Father and he prays. Show Ցույց տուր նրանց իմ փառքը. Abba Father. Աբա Հայր. I in them, you and me, that we may be made perfect in word. Ես եւ նրանք լինենք կատարյալ միաբանության մեջ. And I in them, you and me, that we may be made perfect in свою славу нам. Яви свою славу. Яви свою славу нам. Яви свою славу. Яви свою славу нам. Glory, the very same glory.
ամեն ասկուզ բից The day you would love me Որ նրանք սիրեն ինձ The way that you love me Այնպես ինչպես դու սիրեց ինձ
Kozaina and sing in the spirit. Bartzi Kozaina, Yer Kiho Kof. Sing in the spirit. Sing in the spirit. Yer Kiho Kof. Yer Kiho Kof. Just let your voice sing in the spirit. That you would show us your glory. That you would show us your glory. That we could know you and be known by you. And make you known in all of your beauty. Amen. Amen. Давайте дадим Господу большие аплодисменты. Прославляем Тебя, Господь, превозносим Тебя, поклоняемся Тебе, благодарим Тебя, Господь, за милость Твою, за любовь Твою. Ты самый лучший, ты самый потрясающий, ты самый красивый, ты невероятный, несравненный, нет подобного Тебе. Ты жизнь наша, ты путь наш, ты наша слава. Ты наша победа. Ты наш путь, по которому мы идем. Ты наша истинная вода и пища. Ты воздух наш. Свобода наша. Ты скала моя. На тебе стою. Не поколеблюсь вовек. Ты сила моя. Ты скала моя. Иисус. Мы славим Тебя. Мы возносим Тебя. Любим Тебя. Сирум Энкес. Ты самый лучший. Царь царей. Таковорнери таковоры. Бог богов. Асватцнери асватцы. Господь Господь. Терери тере. Славим Тебя. Парраворум Энкес. Превозносим. Мецарум Энкес. Превозносим. Мецарум Энкес. Превозносим. Мецарум Энкес. Славим. Парраворум Энкес. Поклоняемся. Еркерпагум Энкес. Поклоняемся. Еркерпагум Энкес. Тебе за то, кто ты есть. Айн бани амар те овес ду. Славим Тебя. Парраворум Энкес. Скажи ему, я славлю Тебя. Асанра ес парраворум Энкес. Скажи, я люблю Тебя. Аса ес сирум Энкес. Скажи, благодарю Тебя. Аса гуханум Энкес анис. За то, кто ты есть. Те овес ду. За сердце Твое. Ко сорти амар. За характер Твой. Ко бенавурутян амар. За жизнь Твою. Ко кянки амар. За вечность Твою. Ко хавитенутян амар. Иисус. Иисус. Ты
красивее всех. Ты болориц геретикес. Ты лучше всех. Ты болориц лавнес. Аллилуйя. Аллилуйя. Спаситель мой. Имперкич. Я поклоняюсь тебе. Ес еркер пагумемкес. И сейчас совершим одну важную молитву. После того, что мы услышали о Господе. О том, как сильно Он любит нас. Как Он отдал жизнь за нас. И как Он принял тело. Чтобы потом это тело приняло страдания за нас. И Он покажет нам раны свои. Этому Иисусу. Который отдал жизнь свою за нас. Айн Иисусин, որևոր տվեց իր կյանքը մեզ համար. Давайте прямо сейчас. Եկեք հենց հիմա ուղակի. Посвятим жизнь свою. Մեր կյանքը նվիրենք. Посвяти ему жизнь свою. Նվիրիր քո կյանքը նրան. Телезрители. Հերոստատիտաններ. Посвятите Господу жизнь свою. Նվիրեք ձեր կյանքը Տիրոջ. Прямо сейчас. Հենց հիմա. Обновление. Նորոգություն. Отношения с Богом. Տիրոջ հետ հարաբերությունների. Общение с ним. Նրա հետ շփում. Служение ему. Ծառայություն նրան. Посвяти себя. Скажи, Иисус, я посвящаю себя Тебе. Прими решение. И скажи, я посвящаю себя Тебе. Без остатка, Иисус. Я посвящаю Тебе дом мой. Я посвящаю Тебе род мой. Я посвящаю Тебе все, что я называю моим. И я провозглашаю Твое оно. Конне твое, айт амене конне. И я сам твой. Ес инкас конне. Я твоя. Ес конне. И тело мое твое. Еви марминел конне. И душа моя твоя. Еви мхокинел конне. И дух мой твой навсегда. Еви манснел конне авиция. Я отдаю тебе. Ес талисем кес. Все время на этой земле. Амбухчим жаманакай сиркивра. Я отдаю тебе. Ес талисем кес. Потому что все оно твое. Воровете вайт амене конне. Я посвящаю себя тебе. Ес иманзе кезем навирюте. Посвятил себя за меня. Спасибо, Иисус. Шнуракалюцию. Скажи ему спасибо за то, кто он есть. Шнуракалюцию на имбане. За красоту его, которую он являл нам сегодня. Скажи ему спасибо, Иисус. За красоту твою. Скажи ему, ты самый красивый, Иисус. Скажи ему, ты самый лучший, Иисус. Он слышит тебя. Дай ему большие аплодисменты. Прославь его. Параворинен, аллилуйя. Славим тебя. Мег параворумен. Превозносим тебя. Мецарумен. Аллилуйя. 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 Иисус. Иисус. Поклоняемся. Еркер пагумен кес. Мецарумен кес. Во имя Иисуса Христа. Иисус Христос Иоаннов. Е болорец еке касенг. Амен. Амен. Аллилуйя. Амен, амен. Аллилуйя. Надо дать еще Господу большие-большие аплодисменты, друзья. Аллилуйя. Он достоин. Аржаниен. Аржаниен. Аллилуйя. Прославляем Тебя, Господь. Еще дай Ему. Только Ему. Только Ему. Ему одному. Аллилуйя.
Аллилуйя, славим, славим Тебя. Аллилуйя, поклоняемся Тебе, Иисус. Երկար պագում ենք ես, Հիսուս։ Հալելույա։ Հալելույա։ И останемся мы здесь навсегда. Եվ կմնանք այստեղ ավիցան։ Так хочется остаться навсегда в этой атмосфере. И давайте останемся мы в этой атмосфере навсегда. Եկեք այսպեսի մտոլորտի մեջ ավիցան մնանք։ Мы разойдемся домой, не теряя этой атмосферы. Аминь, друзья. Пусть мы выйдем из этого зала, но этот зал не выйдет из нас. Аминь. Господь в нас, и мы это общение с Ним понесем внутри нас, и оно не прекратится ни на минуту. Аминь. И даже когда мы будем спать, наш дух будет молиться. Аминь. И давайте все вместе еще расскажем во имя Иисуса Христа. И последнее, последнее. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь, друзья, с миром Божьим. Аллилуйя, Иисус Господь, Божье присутствие наполняет нас, огонь Божьей любви разжигается в наших сердцах. Друзья, это чудесный день, когда Иисус изливает своего Духа на нас. Аллилуйя, воздайте Иисусу славу сейчас. Иисус есть наш Господь. Аллилуйя. Well, Alan Hood, he just Alan gave Hood, a tremendous message. Он дал невероятно важное послание. From Psalm 110. Из 110-го псалма. Famous messianic psalm. Очень известный мессианский псалом о Мессии. The most quoted psalm in the New Testament. Наиболее интересный псалом для Нового Завета. Jesus ascended to the right hand of the Father. О том, как Иисус воссядет одесную Отца. И он объяснил это очень понятным образом, очень вдохновляющим образом. Я хочу вдохновить вас, может быть, еще раз посмотреть назад и пересмотреть это послание в архиве. Потому что это слишком много, чтобы за раз все усвоить. Каждая линия, она исполнена смыслом. И, в общем-то, этому есть причина, что этот псалом, он самый толкуемый в Новом Завете. И сегодня также раньше мисс Эдвардс делилась о целях жизни, о внутренней связи с Богом. И еще до этого Кори Рассел проповедовал о духе откровения и славе Отца. Я бы просто сделал шаг назад и сказал: «Вау, это хороший старт». Я слышал эти послания, они касались меня. Но я горжусь не просто как отец их духовный, хотя я их духовный отец. И я горжусь. Но это не то, что я имею в виду. Меня коснулось просто как Божье дитя, как Божьего человека. И это прекрасный день сегодня. Майк, это было в одном духе, что ты проповедовал, и что сейчас проповедовал Аллен, и что Кори, и что Мисти, это было очень сильно. Я думаю, это я знаю и верю, что это чистое евангельское послание, которое сегодня нужно телу Иисуса Христа. Пусть оно войдет во все тело Христа. Пусть это слово растворится верой. И пусть огонь Божьей любви возожжется в сердцах людей. Аллилуйя! Драгоценный Иисус умер и воскрес, чтобы мы жили. Иисус живет в наших сердцах. И нет ничего невозможного для Иисуса. Если вы проходите какие-то трудности, Иисус смотрит на вас, Он улыбается, и Он рядом с вами. И Он поддержит, и Он поможет вам, и Он не отступит от вас никогда. Даже когда мы отворачиваемся, Бог никогда от нас не отвернется. Аллилуйя. Майк, поделись еще словом. То, чем делились они сегодня, это было очень понятно сегодня сказано. Это то, что Дух Святой делает по всей земле. И потому надо пересматривать заново и заново то, что есть. Особенно то, что говорил Аллен в конце, это было очень сильно. Очень сильно. И я вдохновляю вас сделать это.
И мы увидели по проповеди, да, Иисуса Христа в Ветхом Завете, да, когда Давид, он пророчески видел просто уже Мессию Иисуса Христа. Через много-много-много поколений он уже видел, что придет Спаситель, Мессия, Сын Божий, который потом воссядет на престоле и будет царствовать. И это было так, так ярко и четко показано в этой проповеди. Ясно, понятно, это Евангелие от бытия до откровения. Иисус придет судить мертвых и живых. Иисус придет во второй раз за свою церковью. И мы сейчас в ожидании. Майк, я знаю, что вы очень сильно проповедуете послание о последнем времени. Ты можешь сказать, вот ожидание, вот это послание Иисуса Христа, Его пришествия, вот само слово, да, ну, именно Мессия придет во второй раз. И будет царствовать. Мы ожидаем, церковь ожидает. Да, гряди, дух и невеста говорят, приди, Господи. И это когда-то совершится. Иисус вернется как жених и как судья. И как жених у него есть большое желание к своим людям, огромная любовь к своим людям. Но как царь он явит власть свою и силу нации. И как судья он уберет все, что мешает жизни его. Некоторые люди сфокусированы только на женихе, на горячем сердце жениха. Некоторые люди сконцентрированы только на царе, который потрясет нацию и принесет большое пробуждение знамениями. Некоторые сконцентрированы на судье, который поразит все, что будет против его воли. Но я думаю, что лучше взять все три составляющие вместе. Судья, жених и царь. И нет никакого конфликта между этими тремя измерениями. И я верю, что Дух Святой готовит церковь к тому, чтобы увидеть Иисуса Христа, грядущего во всех трех измерениях. Итак, жених, царь. И Алан говорил сегодня о царе. Нам нужно больше созерцать великого царя, но также нам нужно видеть судью. И судья это не самая популярная тема сегодня в церкви. Люди думают, что из-за любви нет суда. Но на самом деле его суды удалят все, что мешает любви. И я думаю, это то, к чему Дух Святой готовит церковь сегодня. Амен. И Дух Святой убирает всякие препятствия, которые стоят. Иисус уже убрал эти препятствия, которые стояли между нами и Богом. Иисус на кресте, Он разрушил эту завесу. И сегодня мы можем входить во святилище посредством до крови Иисуса Христа, с искренним сердцем и с полной верой, взирая на начальника и совершителя нашей веры. Потому что Иисус Христос есть совершитель и начальник нашей веры. Майк, давай помолимся сейчас, чтобы откровение Божье, да, Божьего сердца, оно проникло глубоко в наше сердце. Пусть Дух премудрости откровения, мы попросим, чтобы Дух премудрости откровения, он просто пришел, он и Бог раскрыл себя для каждого драгоценные, чтобы он пришел и раскрыл себя во всей славе. Well, this is what Corey spoke on, это то, о чем говорил Кори в первой сессии. Ефесянам 1:17. Father of glory, Отец славы, release the spirit of revelation, высвободи дух откровения Иисуса. And so I'm going to ask for the Father of glory, и я буду просить Отца славы, that he releases чтобы Он высвободил Дух Святой славный в наши сердца, как жених, судья и царь. Father, I ask for everyone, Господь, я прошу о каждом, кто присоединяется к этой конференции. I ask you for the people that will watch the archives, я молюсь за людей, которые будут архив смотреть много-много лет спустя. I ask you as the Father of glory, я молюсь как тебе, как Отцу славы. Высвободи Дух Откровения. Высвободи Дух Откровения. Открой сердце наши, глаза наши. Чтобы мы увидели Сына грядущего в славе. Во имя Иисуса Христа. Господь, мы также просим, чтобы Ты прикоснулся сейчас к больным и к тем, кто нуждается в исцелении.
Иисус и воля Божия исцеления. И мы провозглашаем на основе Слова Божьего исцеление и свободу от всяких болезней, силу и воскресение Иисуса Христа. Пусть придет полное исцеление и свобода, аллилуйя, и победа, силою Божией и силою воскресения Иисуса Христа. Иисус Господь, аллилуйя. Jesus is Lord, аллилуйя. Что-то происходит в зале сейчас. Никто не хочет расходиться. Все стоят в зале. Меня уже попросили группа порядка. Надо что-то делать. Я вышел на сцену. Значит, помолился. Значит, когда я молился, я сам чуть закончил. Вот. Вы видели? Вы видели? Вот. Я просто встал на колени. Потом мне так хотелось лечь и просто остаться здесь навсегда. И потом я понимал, что надо, потому что мне сказали, что надо заканчивать. И я говорю, ну аминь, все, самое последнее аминь. Мы теперь расходимся. И все сказали аминь. И закончилась музыка, со сцены все ушли, а люди остались в зале. И прямо сейчас все люди по всему залу молятся. Кто-то лежит. Там стоит, ждет их автобус. Они просто лежат, кто-то лежит, кто-то сидит, молится везде. Вообще, это очень помазано. Кто-то плачет, кто-то смеется. Это просто люди переживают Господа сейчас. Вау. Это хорошо. Это хорошо. Пенуэл. Да. Перед его лицом. Before his face. Да. Мы сейчас... Да. Это борьба перед его лицом, да. изменение имен, да. Right now. Прямо да. сейчас. И это практика, это, вот это то, как оно работает на самом деле, да. О, спасибо большое за ваше служение, потому что мы настолько благословлены, мы настолько приняли, наша команда приняла, и мы, несмотря на то, что мы служили в это время, и мы вырывали куски, принимали, вот как сейчас тоже. Мы пережили благословение. Но у нас есть план. Когда мы возвращаемся домой, мы выделяем дни, и в нашем уединении с Богом мы включаем на экране и будем всю конференцию от начала до самого конца смотреть и слушать, вот, и там вот за камерой показывают, yes, yes, вот, да, да, yes. Да. Это займет у вас 3 месяца, чтобы это сделать. Да. Потому что конференция такая длинная. И мы будем, and we will, и мы будем прослушивать это все, все вместе, вот прямо всей командой мы сядем, будем молиться, будем слушать, чтобы все получить для себя. И к этому же вдохновляю всех вас, друзья. Я думаю, что не каждый из вас прямо мог вот так сидеть дома с утра и до ночи и принимать. В архиве телеканала Бог ТВ все есть вот полностью. Каждый день выкладывается. Прослушайте это много раз. Много раз. Потому что это послание не только несет важное слово, оно высвобождает помазание, что прямо сейчас происходит. Своим помазанием Бог подтверждает, это слово мое. Слава Богу. Аллен так сегодня говорил о красоте Иисуса, о том, что Он Сын Человеческий. И я знаю, что ты очень много учишь об этом. Скажи нам что-нибудь еще в расширение, вот дополнение к тому, что говорил Аллен об Иисусе. Yes, the point that I enjoyed very much. Мысль, которая мне нравится сильно. Was the revelation that David knew that the Messiah would be a human son, что Мессия будет сыном человеческим, his great-great-grandson, его правнука, 28 generations later, 27 поколений от него. But it would be a human, but he would also be God. Но также будет Богом. And this was very
difficult for David to understand. Очень трудно для понимания Давида. How could he be the Lord? Как он может быть Господом? Who existed before me? Который существовал еще до меня. But then how can he be my son? Но как он может быть моим сыном? Born many generations from now. Который родится много поколений после меня. He exists before me. Он существовал до меня. He is over me. Он He is the Lord. И он Господь. He's my Lord. Он мой Господь. But he's my grandson. Но и он мой внук. Lord, how can this be? Господь, как это может быть? And my grandson и мой внук is going to be the king that will march through the nations. Будет царем, за которым будут следовать все народы. And he sits next to the God of Israel's right hand. И он будет восседать одесную Бога Израилева. Now we know through the New Testament that Jesus is God and man. И мы знаем через Новый Завет, что да, он человеческий сын и Божий. But 1 million years from now. Но 1 миллион лет отсюда we will still be struck with the awesomeness мы будем of that reality. Продолжать воевать с we реальностью этого понимания. Never exhaust мы никогда не познаем, wonder in the glory that a man is God and God как is могла a man. Явиться такая слава сочетания человек-бог, Бог-человек. Это то, что меня вдохновляет. И это настолько библейски прославлять Иисуса, потому что Отец говорит о Сыне. Дух Святой, Он тоже прославляет Сына. И когда мы слышим такое прославление Сына, это настолько от Господа, это настолько правильно. Для этого и пришел Дух Святой, прославлять Сына. Это настолько правильный Дух, вот просто именно правильный Дух. Вот так должно быть. Все должны прославлять Сына. Вот, друзья, я вдохновляю вас, не только восхититься Иисусом, но присоединиться и начинать прославлять Его, узнавать Его лучше и говорить хорошее о Нем, возвеличивать Его. Он достоин. Вау, это невероятно. Вау, и сегодня очень сильно Мисти служила. У нее прошел джетлэг. Это у нее, да, да. Yeah, and Alan and Corey have flew all night last night. Alan и Corey, да, они всю ночь летели. They've been up almost 24 hours. И 24 часа занял перелет. И потому они поспали 3 часа всего. I was very surprised. И я был очень удивлен. I thought they would. Я думал, что они будут вот такие. Просто они летели все. Джетлэг — это когда вот это из-за разницы по времени тебя, ну, короче, просто ты. В голове у тебя все шумит. И вот им было очень тяжело. Мисти только-только в себя пришла. Вот. А братья Кори и Аллен, они вообще только вот с самолета. Сутки летели. Да. Сутки летели и сразу на сцену и служить. Это очень физически очень тяжело. Слава Богу за них. Пусть Бог им даст силу, обновит их. Да, Мисти сегодня очень сильно служила с Филиппом Реннером. Вместе они пели по очереди и вместе это было настолько сильно. Хорошая команда. Друзья, нужно съездить в IHOP. Я приглашаю вас посетить Международный дом молитвы, чтобы вот эта атмосфера, которая там 24 часа в сутки, и днем, и ночью, она еще глубже пропитывалась в нас. Я был много раз в доме молитвы, и я переживал Божье присутствие много-много раз. И еще одно место, куда я вас приглашаю, это на конференцию One Thing. Эта конференция называется «Только одно». Помните, Давид сказал, «Одного просил я у Господа». А также Иисус сказал Марфе, «А одно только нужно». Он сказал это о Марии. И поэтому конференция называется «Только одно». И она посвящена Ему, Господу. И это потрясающее время. Было настолько невероятно встречать Новый год в прославлении. Как зовут этого парня, кто вел поклонение на Новый год? С дредами такой. Кто вел на Новый год? Джей Томас. Джей Томас. Джей Томас. Есть такой парень, вам надо его узнать. Джей Томас. Вот, он черный и с такими дредами, с такими. И, короче, когда он начал поклоняться на Новый год,
Это было вот именно, знаете, как все вместе, весь зал говорили 10, 9, 8, и потом Welcome New Year. И после этого он как начал, а потом и как начали кричать Jesus, Jesus, Иисус, и полный зал молодежи. Это было невероятно. Майк, ты приглашаешь всех на конференцию в Антынь и в Дом молитвы? Yes. Да. Done. Done. Да. Ты можешь попробовать сказать по-русски? Приглашаю. You can say it in Russian. Приглашаю. Приглашаю. Welcome. Приглашаю. 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 Welcome. Приглашаю. But you did it. Мне нужно 4 месяца, чтобы русский выучить. А добро пожаловать еще есть. You can say добро пожаловать. Just welcome. Welcome is very good. Добро пожаловать, очень классно, да. Да, друзья, добро пожаловать. И в завершение также приглашаю вас иметь часть в этом событии и поддержать его, друзья. Сделайте свой вклад, сделайте свою часть. Мы молимся за вас, помолимся еще, и Господь воздаст вам и благословит. Буквально, когда я шел сюда, вот прямо когда я поднимался по лестнице, меня остановил один парень. И он сказал, я услышал ваше свидетельство, что ваша семья, она сделала жертву, крупную жертву для себя, что вы пожертвовали то, что вы сберегали. И вы пожертвовали это в это событие, чтобы все могли получить вот это благословение. И он говорит, это так коснулось меня и мою жену. И мы решили, сделаем особенную жертву. И они сделали вот подобную особенную жертву в эту конференцию. И пожертвовали, когда был сбор пожертвований. И потом он говорит, и знаете, что случилось? Он говорит, сегодня Бог благословил меня суммой, которая была гораздо больше, чем та, что мы посеяли, чем то, что мы сделали. И он говорит, я настолько восхищен, я настолько благодарен, и это благословение партнерства. Бог благословил его. Кто щедро сеет, тот щедро и пожнет. И Бог хочет воздать многим. Он хочет благословить вас. И многие из вас верят в восполнение своих нужд. Но, возможно, вам нужно сделать то же самое, что делал я, и сделать свою жертву. И то, что мы продолжаем делать на этой конференции, постоянно жертвовать. Поэтому приглашаю вас принять участие и стать его партнерами. Потому что мы участники, но мы его делаем. Вы можете сделать это вместе с нами. Можно тебя попросить помолиться за каждого партнера движения «Искать или Бога» и за каждого, кто хотел бы стать, чтобы просто их отблагодарить, потому что у Господа есть для них воздаяние, вознаграждение. Благодарю Тебя, Господь. The Holy Spirit's blessing on и прошу, чтобы благословение Духа Святого прибыло на каждом партнере этой конференции. Lord, I ask you for the Spirit of Revelation to rest upon them. Господь, я прошу Тебя, чтобы Дух Откровения пребывал на них. To strengthen their marriages, their я прошу, укрепи их семьи, их детей. And I ask you for the singles, Lord, that и я также прошу за тех, кто еще не женат, чтобы Ты особенно посетил их. I ask you for favor in relationships. Я прошу, Господь, economic multiplication. Открытых отношений, у экономического роста. И прошу также, чтобы соединение с твоим сердцем произошло. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Друзья, у кого в сердце есть желание поддержать, все контакты на экране, рядом с телевизором на Бог ТВ, или напишите в любом месте, когда вам удобно, мы с вами сами свяжемся, мои помощники свяжутся, помогут вам исполнить желание вашего сердца. Доброохотно дающего любит Бог. Только если у вас будет желание внутри, и только если Дух Святой будет побуждать вас. Аминь. Спасибо большое. Спасибо, Майк. Спасибо. Это от Господа, то, что ты здесь. И это настолько от Господа. Поэтому я счастлив. Я счастлив. Это должно было произойти. Это должно было случиться. Это от Господа. Вот. И поэтому я уверен, что и все нужды восполнятся. Бог благословит. И сердца каких-то телезрителей Бог расположит. И кого-то в зале Бог расположит.
И кого-то на Дальнем Востоке Господь расположит. И где-нибудь в Америке, и где-нибудь в Украине и в России. И я просто уверен, что Господь благословит, потому что свое дело Господь обеспечивает. И самая большая награда — это измененные жизни. То, что сейчас уже известно, столько свидетельств, что все восхищены, все ходят под впечатлением. Везде, где только можно, люди останавливают меня и говорят: «Спасибо за конференцию. Спасибо, что вы сделали это». И вот это самая большая награда. То, что Дух Святой касается людей. Сегодня я читал, зачитывал свидетельства телезрителей, что люди, которые были остывшие для Бога, они загорелись снова, и они сказали: мы посвящаем свою жизнь служению Иисусу. Ради такого стоит жить. Слава Богу. Слава Богу. Спасибо, друзья. Хорошего отдыха, и завтра мы начинаем. Хорошего вам отдыха. Господь очень сильно любит вас. И мы любим вас тоже. Мы вместе с Майком любим вас. Аминь. С Господом, друзья.